Всем привет, это Акония из Софтбокс. Это экспериментальная рубрика, так называемый подкаст, который сейчас набирает популярность. И о чем же этот подкаст? Подкаст называется «Акония, все просто». Расскажи, как все начиналось. Мы оба были связаны с миром музыки, с миром искусства, и поэтому мы не просто так занялись озвучкой, и, возможно, не просто так у нас так стало все получаться, и людям нравится наша озвучка. Расскажи немного о себе. Ну, говоря про меня, я с детства пою. У меня семья поющая, все поют, по-моему, кроме мамы. Откуда у тебя прекрасный голос? У меня братья старшие и мой папа, все играют на музыкальных инструментах, и все поют, и у всех, грубо говоря, такие же, как у меня, звонкие, мощные голоса. Поэтому вот эта мощь голоса мне досталась от папы. Значит, у тебя есть певчий талант, и ты любишь петь. Я все время что-то пела, что-то напевала. Ну и тем более, знаете, тяжело не начать петь, когда вокруг тебя всегда все поют. Но, конечно, у моего папы самый мощный голос, самый яркий в этом плане, поэтому мой папа самый яркий представитель, по-моему, в своей семье. А что ты еще умеешь? Плюс ко всему, я умею играть на гитаре, немного умею играть на пианино. Я раньше сочиняла песни, писала песни, но никогда не выпускала. А как вы познакомились с Юрой? Пришла на студию к Юре, он тогда был рэпером, у него была своя крутая, самая крутая студия в городе, прям там всегда тусня у них была. А сколько же лет было тебе? Это, получается, был мой первый курс или 11 класс, плохо помню. Где-то там, короче, вот эти вот года. Расскажи о своем наставнике. Владимир Викторович Тарасян. Это просто нереально классный человек. Владимир Викторович научил меня, по-моему, всему, что я знаю в плане вокала. И вот он меня научил, как делать вибрато. И благодаря этому, сейчас, когда я озвучиваю, легко перестраиваюсь от одного персонажа к другому, от низкого к высокому, меняю настроение. Что вы можете сказать о ваших зрителях? И когда люди пишут нам слова благодарности, это не просто приятно, там, да? Да, конечно, это тешит наше самолюбие, но мы благодарны, что вы цените то, что мы делаем, и то, как мы озвучиваем, потому что мы действительно вкладываем столько сил и эмоций, что мы одно время даже с Юрой ругались, когда озвучивали. Все, я закончила. Это мой подкаст, подкаст «Акония». Я надеюсь, вам понравилось. Я вас всех очень сильно люблю. И спасибо, что вы есть.